Привет, меня зовут Пози. Сегодня вместе с тобой поиграем в новый страшный хоррор в Роблоксе, который называется Fairless. Итак, мы с вами появляемся возле какой-то церкви в темном лесу, где стоят какие-то могилы. Я хочу отправиться вместе с кем-то в приключение, я один туда не отправлюсь. Одной темной ночью в темном лесу я вместе с другими игроками решил отправиться исследовать какой-то заброшенный дом. 21 октября 1982 год. Нам нужно защитить мирных от... Исчадия ада? От дьявола? Всерьез, да? Так, у меня есть крест, судя по которому я смогу отгонять всяких бесов, всяких дьяволов, всяких демонов. Ну, в общем, вы меня поняли. Сегодня у нас будет супер страшилка. Если вы любите хоррор, обязательно поставьте лайк под этим видосом и... Мне так страшно заходить сюда в этот дом, вы даже себе представить не можете. Там кто-то в окне. Чья-то голова в окне. Еще вот этот фонарь болтается. Здесь 100% были призраки. Нам нужно найти ключ для того, чтобы разблокировать этот замок. Давайте мы с вами немного пройдемся. Где же может валяться ключ? Скорее всего, с обратной стороны дома. Блин, почти что нифига не видно. Игра прям супер темная. О, что он сейчас делает? Что ты сделал? Как ты достал этот ключ отсюда? Он нашел ключ прямо внутри этой могилы. Что? Ладно, хорошо, давайте мы с вами пойдем поскорее откроем дверь. Так, нет, нет, нет. Я хочу открыть эту дверь. Ах ты, блинский. Ладно, окей. Входная дверь открыта. Кто это? Мейтер. И тут у нас койки. Может быть, это какая-то больничная палата в церкви? Точнее, в доме. Не знаю, почему здесь койки. А, блин, это раковина и плита. Да уж. Нужно найти еще один ключ. Эта дверь у нас заперта. Эта дверь тоже заперта. Давай поднимемся выше, на втором этаже. Ух ты, какая стрёмная картина здесь. Йолы-палы. О, какой милый мишка. А, почему я его не могу подобрать? Почему у меня крест сейчас горит ярко-белым цветом? А, здесь в некоторых игрушках скрывается дьявол. Серьезно? Когда мы с вами натыкаемся на дьявола, крест начинает загораться белым цветом. Окей. Главное, чтобы нас никто не уничтожил сейчас. Главное, чтобы сейчас никто не выпрыгнул. Так, вот этот вот череп 100% в нем бесы сидят. Так, изгоняем дьявола. Опа! Минус призрак. А, ну знаете, не такая уж и страшная эта игрулька. Ой, что это? Камин какой-то, судя по всему. Или же это труба? Да, это труба. Ух ты, нифига там дымище зеленый. Сколько же отходов этот дом вырабатывает? Так, 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 где же может быть ключ? Пейтер. Я могу из него изгнать дьявола? Серьезно? Прямо из Пейтера? Так, ладно, давайте-ка мы с ним поговорим. Он в подвале? Это для его же безопасности? Кто находится в подвале? Наверное, какой-то другой чувачок. Может быть, это их сын находится там? В еде ключ спрятан. Пока что никто из нас не смог найти ключ. Но он точно не на улице. На первом этаже все осмотрели. О, какая стрёмная комната. Почему они живут в таком страшном доме? Мачеха, давай-ка мы с ней поговорим. Our son is ill. Please help. Понятно, короче. Явно что-то произошло с сыном. Мы постараемся его спасти. Я очень на это надеюсь. Если, конечно, он не умеет ползать по стенам. А если он ползает по стенам, то нам кирдык. Так, я нашел ключ. Он был все это время в картине. Ребят, я открыл подвал. Мне одному страшно туда спускаться. Ладно, пофиг. Пойдем вперед. Так, включаем рубильник. 3, 2, 1. Почему так? Эй! Ты сбил мне включение света! Ага, вот он. Он сидит прямо в клетке. Так. Изыди, дьявол! Изыди, дьявол! Привет, Билли! Твои родители очень беспокоятся. Нормально они так сына закинули в решетку. За решетку, точнее. Он просто немного заболел, чихнул. И все, они сразу же решили его закинуть вот сюда. Так, изгоняем дьявола. Изгоняем дьявола. Все используем крест. Дьявол, изыди! Дьявол, изыди из Билли! Смотрите, как он ярко-белым сияет. Все, кажется, мы спасли Билли. Почему вы это делаете? Мы хотим тебя спасти, потому что твои родители нас позвали сюда, чтобы мы тебя спасли. Как бы логично, да? Now it's my turn to hurt you! Настало время сделать тебе больно! Воу! Какое у него стрёмное лицо! Что нам делать? Ух ты! Ух ты! Ух ты, здесь появилась пентаграмма. Так, нашли еще какой-то ключ. Подбираем его. Блин, я боюсь представить, что будет дальше. Нам нужно подняться наверх, на второй этаж. И, наверное, сейчас... О, свет кто-то выключил. По всей квартире, во всем доме выключен свет. Я правильно понимаю? Двери заколочены. Родители его исчезли. Они, наверное, где-то прячутся в этом доме. Может быть, на втором этаже? А, вы заперты! У меня клаустрофобия! Ох ты! Кто его убил? Может быть, нам удастся его оживить! Еще один призрак! Офигеть! Ну, жизни-то, надеюсь, у меня хотя бы восстанавливаются. Потому что я бы не хотел проиграть в этой игре, это уж точно.
Наверное, отец где-нибудь на кухне сидит за столом. Эй, батёк, мы спасли твоего сына. Ой, кровавые следы ведут прямо за эту дверь. Наверное, туда не стоит идти. В этот момент стоит давать дёру от Седова. И чем быстрее, тем лучше. Ух ты, блинский, дверь закрылась, я аж испугался. Я тебя спасу, я тебя спас! Скажи спасибо, иначе я от тебя не отстану. Что это, какая-то лампа? Может быть, что-то в лампе есть? Так, окей, ребят, по-моему, уже нашли ключ. Мы зашли в какой-то тупик. Ага, все ведет на чердак. А там как раз-таки живет главный дьявол. Че, кто первый поднимется? Ладно, давайте я первый поднимусь. Билли, что ты здесь делаешь? Ты спрятался от кого-то? Ага, он не хочет, чтобы тьма поглотила нас. Я чувствую себя странно, пожалуйста, помогите. Чувак, ты бы видел свое лицо, когда мы тебя спасали. Ты действительно выглядел очень странно. Я бы даже сказал, дьявольски. Сейчас появится этот монстр. Мы еще раз воспользовались крестами. Как ты чувствуешь себя, Билли? Я не Билли. С нами сейчас разговаривает дьявол, он здесь? В этой комнате, да? Так, давай отойдем. Оу! Ты собираешься в меня запульнуть огненным шаром или что? Оу, он становится черного цвета. Он сгорел! Он смотрит прямо на меня. Какое у него криповое лицо. Сейчас он на нас побежит, да? Наконец-то я свободен. Что, черт возьми, за тьма здесь происходит? Это я говорю, если что. Оу, так, его голова летит в нашу сторону. Давайте, давайте, все вместе! Может быть, удастся его победить. Нужно подойти поближе к нему. Тьма поглощает нас, но она нас не уничтожит. Да, блинский, это дурацкая летающая голова. Она все портит. Их здесь уже много, этих голов. Его невозможно уничтожить. Другие игроки погибают. Я сейчас здесь останусь один, судя по всему. Давай, атакуем, атакуем его. Атакуем, ребята, просто соберитесь. Да! Мы сделали это. Мы изгнали дьявола. Он разбил стекло. Он вылетел на свободу. Нам нужно остановить этого дьявола до того, как это станет поздно. Окей, я тебя понял. Давай же, наполним эти чаши. Чем наполнять эти чаши? Какой-нибудь темной водой? Ладно. Так, я вижу, что кресты начинают гореть. Первую лампу мы с тобой активировали. Точнее, чашу. Вторую чашу тоже наполняем святой водой. И открывается склеп. Кто здесь у нас? У нас здесь какой-то скелетик. А также тут у нас валяется ключ. Для чего же этот ключ? Возможно, для открытия какой-то потайной дверцы. Или же, может быть, здесь есть какое-нибудь подземелье. Вот под этим фонтаном. А, вот дверь. Ёлки-палки, как у тебя мало жизней. Ты погибнешь самым первым в этом фильме. Точнее, в этой истории. Спускаемся прямо вглубь. Акт 2. Подземелье. О, шипящий телевизор. Капец. Это выглядит очень стрёмно. Проходим в следующую комнату. И что тут у нас? Тут у нас какая-то маска. Давай я тебе немного помогу. Ага, мы разблокировали какую-то дверь. Ух ты! Что здесь происходит? Так, это, видимо, тот самый дьявол. И он живет в этой картине. Фу-ху-ху-ху. Что за глаза здесь на нас смотрят? Вы тоже это видите? Так, может быть, и эту картину нам стоит как-то осветить? Судя по всему, да. Ага, тут мишка какой-то. Может быть, в этом мишке есть красный ключ, который нам нужен? Нет, его здесь нет. А, что я там вижу? Наверное, в черепе ключ. Да нет, тут тоже нету. Ну сколько здесь можно еще? О, опять эти глаза. Они исчезают, когда мы на них смотрим. Блин, это действительно очень крипово. I'm sorry. Что I'm sorry? Я не понимаю. Ты не знаешь, как разблокировать дверь? Почему он отправил сообщение «Я извиняюсь»? Вот это действительно дает какое-то устрашение. Стартовые локации мы все проверили. Ага, вот еще одна картина. Блин, что-то темное стоит в этой клетке. Он за мной наблюдает. Куда бы я ни пошел, он смотрит в мою сторону. Вот тут, честно, мозг у меня уже начинает ломаться. Потому что я реально не понимаю, где достать ключ. Ух ты, блинский. Ты что ж так пугаешь? Я думал, ты в другой комнате ходишь. Я нашел ключ! Ах вы, блин, все за вас приходится делать. Да хватит на меня так смотреть, а? Ну-ка, глаза быстро позакрывали. Так, ключ у меня, ребята, ключ у меня. Давайте, я открываю эту потайную дверь. Что это? Мы спустились куда-то в темноту. Схватили нашего друга. Давай, ты там через клетку нам тоже немного помогай. Заполнили чашу чем-то красным. Вы, наверное, поняли, да, что это? Так, здесь тоже нужно все осветить, судя по всему. Но, если честно, вообще непонятно, что дальше. Ой, свет выключается. Сейчас кто-то здесь появится. Ах ты! Так, ритуал начинается. Нет. Мы должны вырубить всех этих монстров, пока ритуал не начался. Может быть, они нас сейчас начнут атаковать. Давайте, давайте. Что он говорит? О, Доминус Билли. Доминус — это вроде питомец в Роблоксе. Хе-хе.
Эти чуваки попадали все. Гасим его, они начинают смеяться. Ха-ха-ха-ха. Только что поговорили на дьявольском языке, и тут бац, свет выключается. Так, еще одна дверь разблокирована. Сколько же здесь всего этих дверей? Я думал, что наша задача всего лишь осветить дом. За это 100% мы должны потребовать доплату. Тут без доплаты, без вариантов. О-о-о, меня кто-то двигал. Ага, это ты был. Нужно всего лишь подняться на самый верх. Так, давай, освещаем чашу. Во имя отца. Что-то там дальше. Манекены. Комната с манекенами. Как еще можно вызвать страх? Конечно же, комната с манекенами. Блин, вот только попытайся мне сейчас обломать включение света. Манекены? Да, это манекены. А что, непонятно? Зачем ты спрашиваешь? Манекены это или нет? Так, какое-то затишье. И опять выключается свет. Ну, конечно. Сейчас эти манекены оживут. Я угадал, да? И начинает играть страшная музыка. Свет включается, выключается. Манекенов, по-моему, становится больше. Он здесь. Кто он? Так, давайте все освещать здесь. О-о-о! Беги! Оно бежит за мной! Я вижу лицо его! Давай, 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 давай! Вместе уничтожим его! Давай, вдвоем нападаем! Он уничтожен? Скорее всего, нет! Обычно в таких ситуациях происходит еще что-то более жуткое. Чуваки, у вас жизни совсем не осталось. Ой, он позади меня. Я вижу его в зеркале. Так, я продолжаю двигать крестом. Во что бы то ни стало, ребята, изгоните из меня дьявола, пожалуйста. Вам придется меня уничтожить. Либо я вас уничтожу, потому что я есть зло. Я его изгнал из себя. А, стоп, может быть я могу сам себя уничтожить каким-то образом? Черт, все игроки погибли. Я остался один. Либо это я их уничтожил, я не знаю. Я чувствую себя после этого плохо. Наверное, стоило дать им возможность себя осветить. Я изгоняю дьявола из самого себя. Вот это я понимаю навык, а вот это скилл. Дверь разблокирована. Так, все! Дьявол, извините! Тебе пришел конец! Нет, это тебе пришел конец! Ты понял меня? Крест не помогает! Не бойся, Хиджа! Кто здесь еще находится? Мы увидимся с тобой снова! Меня зовут не Фиджи, меня зовут Пози, если что! Воу! Нифига себе, какой-то мужик с крестом из двух стволок и пробил это стекло. Зеркало. Мы были близки, но Билли остановил нас. Я отец Геррера, и я наконец-то встретил тебя. Иди со мной, мы уничтожим демонов вместе. Отличная идея, но нет, я хочу уволиться отсюда. Акт третий. Мы находимся сейчас в церкви. Так, что нужно делать? Чем мне тебе помочь? Давай-ка я с тобой поговорю. Так, нам нужно сейчас произвести ритуал призывания кого-то. Мы увидим лицо Билли. И тогда нам нужно произвести обряд экзорцизма. Мне нужно, чтобы ты защищал это место ярким светом. Ладно, это мы уже с тобой проходили несколько раз. Это все проделки дьявола! Ты Шрек, да? Судя по звукам, ты Шрек. Он там рыгает наверху. Он поел несвежий бургер, судя по всему. Так, все, я активировал все вот эти вот чаши. А, там еще на втором этаже. Так, ладно, подожди. Давай поднимемся на второй этаж. Ну, вроде я ничего не забыл. Помните, да? Наполняем все эти чаши и сбегаем отсюда к фигам собачьим. Святая вода здесь точно нам не поможет. Мы имеем дело с настоящим дьяволом. Тут нужны серебряные пули, как против оборотня. Мне нужно, видимо, встать вот сюда. Билли! И дальше. Тедвоку! Авокадо! Ты авокадо! Мы доставим тебя во тьму! Какие позитивные слова! Опа, что-то начинает здесь сиять. Помочь немного? Стекло разбилось где-то. Он лопает все лампочки. Ты хулиган! Ты обязательно нам за это заплатишь. О-о-о, медведь взлетает! По-моему, ритуал удался. Опа, появляется тот самый демон с крыльями. Давай, святой отец. Вместе мы справимся. Я могу его так как-то осветить? Нет, не получится. Я уничтожу тебя. Сейчас настало время. Мы тебя отправим обратно. Так, что дальше? Мне нужно взять вот эту книжку. Ах ты! Воу! Он огненными шарами пуляется! Давай, давай, святой отец! Атакуй его! Я тебе немного помогу! Нет, 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 у меня не получается его атаковать. Он должен справиться самостоятельно! Ты что, из фантастической четверки? Или ты какой-то новый супергерой из Марвел? Я в этом очень сомневаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой! В меня чуть шар не прилетел. Это будет больно, если по мне это попадет, потому что жизни у меня осталось реально немного. А что, может быть, я могу их как-то обратно запульнуть, нет? Да блин, что же мне с тобой делать-то, а? Ха-ха, так он по мне точно не попадет, потому что вот эти вот шары демонические летают очень медленно. Ну, уничтожай его скорее, дочитывай это! Фух, все, по-моему, он перестал пуляться. Сейчас нам предстоит финальное сражение. Один я точно не справлюсь. Это работает, у него жизни восстановились. Давай-давай, я его лучше заранее начну атаковать. Ну же, ну же, ну же, ну же! О-о-о! Он опять начинает пуляться! Да ты прикалываешься! Сколько у тебя еще жизней? Собирается уничтожить святого отца. О-о-о, весь пол становится красным. Подожди.
Может быть, какую-то чашу наполнить нужно? Нет? Ой-ой-ой, он все еще смотрит на меня. Нужно опять уворачиваться. Ладно. Акт второй. Половину хп мы ему снесли. Но могли вообще с первого раза его уничтожить. Он отправил на меня какую-то руку. Он говорит, ты встретишься сейчас лицом со смертью. Нет, я не встречусь. Не сегодня. Мне заплатили целых $50, чтобы я тебя уничтожил. После этого я точно устроюсь работать куда-нибудь в доставку. Потому что это полный отстой. Говорили мне все, что это плохая работа. Что за мной будут охотиться демоны, а я не верил. Блин, я не думал, что это будет настолько сложно. Небольшое затишье перед бурей. Перед бурей затишье, перед бурей затишье. О, я устал с тобой батлиться. Ну, может быть, ты уже сдашься, а? Ну, ты же видишь, что мы непобедимы, а? Вот все вы такие демоны. Вот такие вот, да? Типа, думаете, что непобедимы, но на самом деле святой отец со всеми вами справится. Ты уже не такой криповый, мне кажешься. Как-то немного затянул ты со своим эпичным лиричным вступлением. Что, может быть, мне просто сбежать отсюда? Ну, давай, насчитывай ты уже скорее! Пожалуйста! Я понял. Мне нужно было освещать вот эти вот чаши. Уворачиваться параллельно от его ударов. Все заново нужно зарядить, все чаши. Капец, как же долго я до этого пытался додуматься. Мне конец. Мне 100% кранты. Давай, последняя чаша. Готово! По-моему, я это сделал. Музыка остановилась. Блин, еще нет, вот еще последняя осталась. Ржавые чаши нам нужно очищать. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Опа, появляется какой-то ангел. Билли. Что с тобой, Билли? Лицо напоминает Момо, если честно. Время закончить то, что я начал. Изгоняю дьявола. Давай, давай, давай. Я должен прям быстро кликать. Пожалуйста. Давай, 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 давай. Прокликиваем. Я уничтожил этого демона. Что это за белый шар? О, там сейчас появится Билли. Святой отец, мы справились. Оу, это не Билли. Это какой-то скелет. По-моему, что-то пошло не по плану. Мы должны были его спасти, а не уничтожить как бы. О, ангел появился. Спасибо. А, это Билли. Он говорит, спасибо. И он улетает. Покойся с миром, Билли. Rest in peace. Я могу отсюда уходить, задача сделана. Не плачь, Хиджо. Мы сделали сегодня отличные вещи. Даже не знаю, насколько отлично они получились. Сеансы экзорцизма — это не мое. Я прошел эту игруху! Эпилог! Я на крыше какого-то здания. Демоны еще находятся здесь. Нифига, он реально выглядит как Рэмбо в таких эпичных очках. Еще много работы. Да, я понял. Еще много работы. Все, я сваливаю отседова. Это только начало, Хиджа. Что там будет? Вторая глава экзорцизма? Хорошая концовка. Ура! Мы прошли эту игру! Ребята, большое вам спасибо за просмотр этого ролика. Ставьте лайк, если хотите видеть больше страшилок в Роблоксе. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Увидимся с вами в следующих видосах. Адьяс.